Да, она тоже. Я не сильно смахиваю на принцесску, а вот вы, принцесска Максим, уже должны спать. Ясно, все ясно, с тобой кость хорошо. Так, ты где там? А, вот ты. Да, я недалеко. Да погнали, какой-нибудь тут вот задание есть. Меч, редкость снаряжения. Нам в ту сторону ебошить. О, сундук. Угу. Выпусти, блин. Застрял тут. Угу. Так, сей, да. Вот это? Отсюда исход? Да. Да. Страж, неподалеку от тебя есть замаскированный падший. Ну, вот у него, видишь, свой. Это поможет проверить одну теорию. Туда. Искали тело и кое-что нашли. Координаты черного исхода. Точно. Нам уже известно, что падшие планируют уничтожить нейроматрицу и разобрать ее на запчасти. Мы этого не допустим. Нейро, мы идем к тебе. Спасибо большое. Продолжение существования является одним из высших приоритетов моей программы. Кстати, падших ко мне привел Экзокейт. Нормально. Он меня выдал. Это он во всем виноват. У меня какое-то раздвоение, блять, личности. Угу. Вроде милая, вроде какая-то злая. Да. Нам вот сюда. Ну, а, падшие убиты, бомба уничтожена. А. Нормально. Завала. Я принял сигнал падших из соседней пещеры. Похоже, они получают приказы именно оттуда. Ну, типа сигнала. Делай, что должно. О, сундук. Ну, контейнер, да. 480 сил рекомендуется. Я понял. Нам его просто обойти надо. Я не знаю, как мы будем его обходить. Поэтому я просто лечу как-то вот где резнулся. Он слева. Брады, ну, как раз они между собой там. Так. Тут контейнер. Тут опять эти гоблины. А, нам... Вера, да. Да, в телепорт. Я ух ты. Не самые информативные.
Главное слово на поле боя. Значит, сигналы падших идут из-за огромного барьера на основе технологии вексов. Похоже, они украли чужую игрушку. Ну нахуй. Ну. А я не попаду. Угу. Ой, дебил, блядь. Глазик. Угу. Ты их пизди вместе с этой херней-то. Угу. Там второй глазик. Я вижу. Но их тут два, потому что. Хер ты сбежишь сейчас. Он все равно бесконечный. Так где сюда? Там я уже поставил. Не знаю. Я запиздить пошел предпоследнего. Точнее. Я не буду это читать, все. Кусь принцесску Максима за щеку. Главное, я этого не прочитал. Ну так это к тебе относится. Ну и что? Изи. Так, угу. С этим мы разобрались. Нейра, эти падшие тебя больше не потревожат. Молодцы. Вы все. Спасибо, друг призрак. Спасибо, капитан. Вы явно оптимизированы для решения проблем, создаваемых Экзогейтом. Ага. Надо включить это в список ваших первичных функций. Бить командира? А, все. Не, все уже. Получена яркая энграмма. Опять тут эти гоблины появились. Погнали на мероприятие. Потому что нам же его надо. Две штуки для контрактов. В принципе-то не обязательно. Не, почему? Хорошо, спасибо. А, ха-ха, спасибо, Герми. Yes, ну, такой, я это читать не буду, такой пум. Взяли, сговорились, да? Понятно, понятно. Куда я бегу? Внимание, для запуска игры Destiny. Давай заходи. Я захожу. У меня просто тут глазик летит. Здесь все пропитано энергией, что странник оставил после себя, не завершив начатого. Неудивительно, что это место свято для стражей. Теперь, когда Кейт снова с нами, все, что нам осталось, найти Икору, восстановить авангард и устранить всемогущего. А-а, не дама. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Че, минус Гермия? Да нет. Ну, нормально, у меня катсцена того, что я прилетел на... Блять, я не туда прилетел.
походу, да, я не туда прилетел. Ты на Елок прилетел. Угу. А надо на Несс. Мне много где довелось побывать, но я всегда возвращаюсь сюда. Свет странника коснулся Ио в последнюю очередь. Я ищу ответы, но пока я их не получила. Икора, завал организует сопротивление, и он уверен... Что проку сопротивляться, если выживешь только ты? Я думаю, что Гоул знает, что этого места коснулся странник. Он отправил легион на поиски того, что им не дано понять. И они и дальше будут искать, что нам свято. Спаси Ио, страж. На этот раз не упусти свой шанс. Спаси Ио, страж. Да, Кусь не туда прилетел, ну и что? Хотя по сюжетке, мне кажется, сюда и нужно. Ну. Гусь, а не язык какой-то длинный, надо его это укротить. Убийство пустынной энергии. Это как? Чё говоришь? Да тут. Так, горнило. Подожди, красные войска. А, ну вот, правильно. По этой, по сюжетке, правильно, сюда нужно? Ну, это по сюжетке. Ну, так мы и шли по сюжетке. Мы не особо шли по сюжетке. Да в смысле? Дай ты здесь-то выполнять задание. Не дам. Себя укроти нормально, мне язык. Просто настроение хорошее вообще, я любя. Ребята, ты за ушку кусаешь, а не обзываешься. Ну. А сейчас у тебя язык длинный. Либо ты впервые выпил чего-то. Не того. Сколько ей лет? 12, по-моему, да? Да. Кузька, сколько тебе? Лет 12 вроде, да? Ну-ка. Че ты сегодня пила? Водичку такую белую. Противнику не пила? Так. Задание уже началось. Да, на другое побегу вот сюда вот. Так ты на планете? Да. Да, вот только телепортнулся. Ой, я дурак. Хотя нет, в принципе, жив. Чаёк пила. Какой-то не очень чаёк. Ну да, походу. Кусь, там это, поосторожнее с таким чаем. Да. Кто за такой... Посадить могут. Главное, никому не продавать такой чай.
понять не могу. Правильно вообще? А, я даже не туда побежал, я понял. Гениально. Ладно. Думаю, в принципе, еще успею. А ведь я тебя не атаковал первым. Ну, если честно, мне вообще через 5 минут выходить. Угу. Ты еще долго будешь задрыть? Да не знаю, я думал сегодня еще прей записать. А. Ну можно сейчас одно задание, сейчас я загружусь, вот какое-нибудь здесь задание быстренько взять. Угу. Пробежаться. Я пойду. Обычный чаек с бергамотом. Ну, видимо, необычный у тебя чаек с бергамотом. Ну. Да блин, нахрен, пойду на другое задание, там хрен добежишь. Mm. Вот тут реально уже эту хрень надо, щуку иметь. Mm. Опа. Подожди. В данный момент невозможно открыть другие задания. Почему? Ну, я гружусь, завис. А, нормально. Тихо. Чуть не упал, блин. Что-то строят. Вычисляю вероятность. Да, так и есть. Фига себе. Друзья, я обнаружила значительную... боевая миссия. Не знаю, я тут эти выполняю. Ну вот это вот. Боевая миссия, да? Нет. А. Контракт. Боевая миссия, я там отошел от нее. Угу. Боевая миссия выполнена. Нормально. Заебись, присоединился, ага. К ребятам. Ладно, пойду я тогда, скорее всего. Давай. Сейчас куда-нибудь заныкаюсь. Вот, например, вот сюда. Вот все.
Как покинуть группу? Да просто выйди из игры и все. Да я тут еще покопаюсь, посижу. Тогда не знаю. Кинул, да? Угу. Вот, все. Только так. Ладно, давай тогда. Да, ну, давай, удачи. Я еще не спать. Ну, ты вряд ли пойдешь, придешь еще. Ну да, так-то да. Вот поэтому удачи. А. Так-то я в кино еду. Ну, на будущее, спасибо. Спасибо, спасибо. Кусь, тебе то же самое. Давайте тогда. Удачи. Угу. Это уже больно. Что, Кусь? Что? А может, обижаюсь? Откуда ты знаешь? Кто ж меня знает? Может, я такой обидчивый? Я не знаю, я спрашиваю. Но я говорю, может, я такой обидчивый. Настроено на программу Экзо. Но откуда у Вексов доступ? А, видимо, от Кейда.
Так, чё, куда мне нужно-то? Угу. Надо же дневную миссию выполнять. Так, ладно. А чё у меня там по ежедневкам? Две выполнено. Убийство пустой. Пустотной энергией. Пустотная энергия это у нас. Сейчас. Выбросить. Подожди. Коллекция. Персонаж. Вот у нас, по идее, пустотная энергия. 203. Давай вот это вот сделаю, сейчас посмотрим. Если это оно, значит, должно сейчас выполнить. Нет, не помурчу. Я не продаюсь, как Тёма. Я столько задорого. Так. Давай куда-нибудь уже сходим, проверим. Значит, обиделся. А возможно, возможно. Кто же меня знает-то? Такая себе хрень. Так, подожди. А вон, кыш. Так, пустотной энергии. 21 с 30. Так. 27, ну да. Ты себя знаешь. Не, я себя не знаю. Больно. Больно, больно, больно. Блин, да откуда у вас тут дофига-то так? Ну-ка, восстанавливаем хп. Да умри уже, ну. Нахрен пошел. Надо валить, пока хвост не оторвали. Давай-ка сюда еще.
персонажа. Угу. Шлем 203. Нахрен. Нахрен. Даже. 200-203. Тихо. Что удалил? Плазменная винтовка, пистолет пулеметная, нахрен все. Так, ну по идее все. Мощное снаряжение дается. Еженедельный квест. Выполняйте задание на Нессе. Ага. Хорошо. Возможно, еще вернусь. Давай-кусь. Возможно, еще возвращайся. Минус. Супер. Так, куда? Раз по прямой. Музыка, конечно, накаляет, пипец. Мысли. Куда мне надо? Ага, вон там подняться. Ну хорошо, пойдем туда. Ребята, что-то приуныли. Блин, это далеко спускаться. Не, не хочу. Ну и чё? А. Так. Все. Пойдем тогда за контейнером сейчас. И пойдем обратно к ним.
Так. Давай вот сюда. Посмотрим, может что-нибудь сможем взять новое. Снаряжение. В смысле, да. Охренел, что ли? До хрена вы хотите, конечно. Перчатки и автомат. Отлично. Солнечное оружие. Супер. Сейчас на аренке можно будет посражаться с ним. Так. До свидания. Пока. Перчатки. 100, 205. Да, давай одену. Эти я пока оставлю. Перчатки. Это я оружие сейчас меняю. Угу. Ну да, пойдем так. Так, пункт назначения. Давай сейчас слетаю на ферму. Сначала. Вот. Пойдем по ПВПшимся. Макс, снова привет. Костя, закушка крепко-крепко обняла. В смысле? Ты же ушла, блин. Че ты вернулась? Соскучилась, да, по Максимке? Так-то. Знаете что? Я вернулась. Ну ладно. С возвращением тогда тебя. Сейчас кое-что проверим и пойдем на аренку. Посмотрим, что там новое и как. Новое место, новые. Рада тебя видеть. Mm-hmm. Как прошла битва? И тебе не хворать. Расшифровать. Найс. Супер. Круто. Супер. И... Ну блин, ну такое... Ну ладно, тоже неплохо. Спасибо за посещение. А нельзя? Можно. Эвергард с услугам всех стражей. Такие крутые. Десять. Мысли, блин. И мы меняемся вместе с ним. Добро пожаловать в Эвергард. Чё? Подожди. Может, я дурачок и не понимаю что-то? Ну-ка. А почему они слабые такие?
уменьшает урон, который наносят враги. Новое место, новые товары, Эверверс тот же. Бонус брони ускоряет смену оружия и боеготовности. Угу. Так, подожди, нет, это я не буду одевать. Фенчерч уже подыскивает новый товар. Кабал стилю не помеха. Нет, ты не дурачок. Да, я знаю. Это я так. Эверверс к услугам всех стражей. Во, транспорт. Наконец-то. Ума не приложу, где только мой дядя все это находит. Так. Движение, ну-ка, жесты, что у меня? Нет новых? Нет. Жаль. Предметы. Добро пожаловать в Эверверс. Во. Что такое? Можно погасить. В смысле, этот предмет можно обменять на контракты Эверверс. Поговорите с Тесс Эверверс башня. Ага. В Эверверс есть новый модификатор из этого можно сделать. Так. Изменить проекцию призрака. В смысле? Ну-ка. Что-то я не понял. О, нифига себе. Ну-ка. Блин, а это не та, которую я хотел? Что-то я не помню. Слушай, а из какого ты города?